немножко присутствует волнение, конечно же, первый паспорт все-таки, но я очень рада, что я наконец-то получу его, потому что это путь в новую жизнь. И у меня будет больше возможностей, и это довольно увлекательно. Путь в новую жизнь сегодня открылся для 9 мытищинцев. Девушки и юноши, достигшие 14-летнего возраста, имеющие достижения в учебе, спорте, общественной деятельности, в торжественной обстановке получили паспорта гражданина Российской Федерации. Документы вручила заместитель главы администрации муниципалитета Наталья Гречаная. Это документ, который удостоверяет вашу личность, который говорит о том, что вы главные люди в нашей стране, граждане Российской Федерации. Думаю, каждый из вас понимает, как это важно. Что бы ни происходило в мире, что бы ни происходило в стране, вы всегда будете понимать, что вы защищены, что вы живете в правовом государстве, потому что наша страна сильная страна, могучая страна. Таким образом, городской округ Мытищи присоединился к всероссийской акции «Мы граждане России». Вот уже несколько лет она проходит по всей стране в преддверии празднования Дня Конституции Российской Федерации. Я думаю, что это очень символично, потому что Конституция – это основной документ нашей страны, исходя из которой организуются все сферы жизни, деятельности и жизни наших людей. Хочу пожелать всем нашим юным гражданам, чтобы они внесли свой достойный вклад, чтобы наша страна была сильной, процветающей, могучей и оставалась же такой всегда. День Конституции Российской Федерации страна отметит в воскресенье 12 декабря. 28 лет пройдет с тех пор, как был принят документ, благодаря которому мы сегодня называем себя россиянами. Стать полноправными членами общества для этих девушек и юношей – волнительное событие. Получилось как-то достаточно неожиданно, что меня пригласили на торжественное вручение. Я был этому достаточно сильно рад и с радостью поехал. Волнение, скорее даже не перед самим паспортом, а перед, можно сказать, перед входом во взрослую жизнь. Это здорово, когда много народу сразу выдают паспорт, так все красиво, можно пофотографироваться. Я очень сильно волнуюсь, потому что это единственный момент в жизни, и он случается только один раз. Мама Ивана Федорова тоже волнуется, но она уверена, что ее сын справится с новыми задачами. Счастливые события, конечно. Дети растут, как говорится, хорошие, мы, счастливые дороги. Он понимает, конечно, понимает, что уже какой-то период уже более взрослый становится, уже осознает, уже немножко баловство чуть-чуть на второй план, уже более, понимает. Всероссийская акция «Мы, граждане России» содействует укреплению и развитию общенационального сознания, гражданской солидарности, воспитывает в гражданах уважение к истории и Конституции Российской Федерации, законности, нормам социальной жизни. Надежда Звягинцева, Денис Корнев, Первый Мытищинский.